Ну, у нас как бы зеркала, да? Вот тут дождь и тут дождь. Это, с одной стороны, похоже на отражение, то, что, значит, здесь стоит как бы поющий человек, он является зеркалом мира, да, там, как сказал Дима. Вот. И один дождь отражается через него туда, в ту сторону. Это Никольский сказал. Это Никольский, ну да, естественно, ты процитировал. Я процитировал. А, ты процитировал, да, первый? Вот. Ну, хорошо. Ну, все сегодня цитируют, значит, Никольского. Никольский тоже с нами как бы незримо присутствует. А еще такая тема, что если ты, значит, в гостях сидишь за столом между двумя, например, Наташами, ты можешь загадать желание. Вот, значит, каждый выходящий сюда находится между двумя дождями. И поэтому может тоже загадать желание, какое-нибудь, например, пожелать самому себе творческих успехов или пожелать мир во всем мире там, или еще что-нибудь такое. А что-то между двумя синими и двумя красными лампочками тоже А, можно загадывать. Это вообще приятно, да, но они, правда, безымянные. Это не важно. Если верить во всякие суеверия, то можно и про лампочки загадывать. Нет, это была речь не в защиту суеверий, это как бы такая песня, на самом деле. Это я пою песню про зеркало мира. А дело в том, что суеверие, на самом деле, это как бы вещь очень тонкая, и, в принципе, можно как бы формировать некую такую поэтическую реальность, в которую ты толком не веришь, но она может быть красива, так, чисто так, зрительно, эстетически. Ладно, короче, песня. А, вообще...